продолжаем в таком же духе, чтобы этот конкурс также прошел с большой энергией, большим энтузиазмом. Первым произведением прозвучало произведение Франка Анжелиса, которое он переложил специально для нашего дуэта, называется «Ампас». Вторая часть. Мы продолжаем также с его пьесой, также написанной для нашего дуэта. Франк Анжелис, он часто под впечатлением либо стиля, либо какого-то исполнителя пишет также музыку под этим впечатлением. Также он написал произведение, называется «Умажа Паков», посвящение Пака. Пака де Луча — это испанский. Thank you.
вам преподнести такой французский сувенир, сыграть соло произведение на парижские вальсы, попури в парижских вальсах Эрика Бувеля и Клода Тома. Если вы узнаете парижские вальсы, вы можете даже thank you.
Thank you.
Наш дуэт тоже называется «Москва-Париж», потому что я из Москвы, а Дмитрий из Парижа. Символ, который объединяет наши культуры через баян. Вот. И мы хотели бы сделать одну французскую сейчас дуэтом. Начнем с французских композиторов, которые сделали историю французского баяна. Это Жоз Базели и Жоэль Росси. Они также иммигранты из Италии, ну, во Франции сделали историю баяна. Вальс. Thank you.
Солнышко вышло, да. Вот птички начали петь. Кстати, вот о птичках. Доминика вам сыграет вальс мюзет, а вы отгадаете, какая птичка, сколько, и попробуйте даже спеть. Там уже нет. Да, потому что, говорит, во французских мелодиях, по-французски она вас не слышала. Но тут и международные слова. Текст, помнишь, надо сказать текст? Да, в переводе с французского. Мужчины без женщин. Давайте-ка все вместе.